Привет, я Адмирал, и я сделал ТикТок в Майнкрафте, и сейчас за моей спиной вы можете видеть что-то непонятное. Вы спросите, что это такое, что это? Но я вам скажу, что это телефон. Да, конечно, он выглядит немного странно, больше похож на, знаете, какую-то рацию, то есть вот такую антенку сделать, и уже что-то непонятное. Или же на какой-нибудь стационарный компьютер, что ли. В общем, он такой здоровый, но это не важно. Это телефон, на котором можно смотреть ТикТоки. Смотрите, тут даже я такую челку сделал, как у самых модных айфонов, так что не обращайте внимания на внешний вид, это так и должно быть. Возможно, в будущих сериях я это попробую исправить. Давайте посмотрим на его функционал, а именно смотреть ТикТоки. Теперь он появился и в Майнкрафт. Смотрите, чтобы смотреть ТикТок, у нас тут есть каменные кнопочки. Да, конечно, на новых телефонах таких кнопок вообще не существует. Чтобы после ТикТок, нам нужно нажать на одну из кнопок. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк и подписались, так что давайте начнем. Итак, давайте посмотрим наш первый ТикТок. Так, я так понимаю, что это ТикТок из дикой природы, то есть где-то в лесу лиса охотится на курицу. Итак, давайте посмотрим следующий. Так, это я так понимаю, что какой-то трейлер к последнему сезону «Ходячих мертвецов». Кстати, я смотрел 11-й, напишите в комментариях, смотрели ли вы тоже. И давайте не будем тянуть, просмотрим последний ТикТок. Так. Какой-то мужик спрыгнул с водопада. Ну что, нормально. Но я думаю, что рекомендации в моем ТикТоке, в Майнкрафте еще нужно настраивать и настраивать. Если вам понравился ролик, то надеюсь, что вы подпишетесь, поставить лайк. Всем удачи, всем пока.